На телеканале «Моя Удмуртия. Новости спорта» в студии Дмитрий Вороновнин. Физкульт-привет. В Ижевске побывал с визитом член исполкома Федерации гандбола России Игорь Степанов. Он с удовольствием посмотрел матч женской суперлиги между университетом и Звенигородской звездой и сказал, что этот вид спорта и молодые перспективные игроки сегодня очень востребованы в стране. Мы сейчас начинаем очень хороший проект по созданию школьных гандбольных клубов. Вот, подписали недавно, буквально в пятницу, в рамках Кубка президента по самбо многостороннее соглашение о создании многопрофильных физкультурно-спортивных клубов, в том числе гандбол. Я думаю, позволит это развитию гандбола в целом. Ну, вот, с новым президентом Шишкаревым, с председателем попечительского совета Дмитрием Олеговичем Рогозиным. Я думаю, что в комплексе мы этот вопрос будем решать и успешно придем к тому, чтобы гандбол все-таки был на Олимпийских играх. А теперь о других не менее перспективных и популярных видах. Таких, например, как легкая атлетика. На Кубке Ижевска, который прошел на стадионе «Зенит», участниками был побит ряд личных рекордов. Здорово пробежали километровую дистанцию два якбутинских атлета. Это Константин Вахрушев и Иван Ардышев. Порадовала наставников и ижевчанка Ксения Исаева. Воспитанница ДЮСШ номер 8 выиграла забег на 300 метров с высоким результатом. Утверждено расписание игр чемпионата России по волейболу среди мужских команд высшей лиги Б, зона Восток-Урал. Ижевский клуб ИжГТУ «Динамо» откроет сезон домашними играми. 10-11 октября на своей площадке он примет кировскую команду. А 21-22 наша дружина ждет в гости волейболистов из Стерлитамака. 24-25 октября игра с магнитогорским клубом. Оставим в покое на время виды традиционные и перейдем к видам экстремальным. В Ижевске прошел Кубок Приволжья по силовому экстриму. Любители этой дисциплины решили таким образом взбудоражить себе и болельщикам кровь новыми эмоциями и ощущениями. О забавах богатырей наш следующий материал. У этих ребят экстрим в крови. Им скучно просто поднимать тяжести в спортзале. Адреналина не хватает. А потому они попробовали себя в силовом экстриме. А это высший пилотаж тяжелой атлетики. Участники Кубка Приволжья, их собралось 12 человек, из Ижевска, Глазова, Воткинска и Чайковского, кантовали покрышки, тянули автомобиль, бегали скоромыслом и поднимали прочие нестандартные тяжести, получая при этом удовольствие. Во время очень тяжело. Я скажу честно, что это действительно очень тяжело, потому что мы всегда предлагаем, то есть когда все зрители, которые присутствуют, могут попробовать, потому что есть, естественно, всегда сомневающиеся, что это все настоящее. Вот. Потом ощущение, ну просто вот этой усталости, где-то смешанной, наверное, с таким диким восторгом, потому что, ребята, да, я сделал, я смог, это классно. Проверка своих возможностей, узнать, насколько мы сильные, насколько можем быстро и много поднять нестандартные веса, тяжелые. На торжество силы пришли посмотреть зрители. Среди них было много детей. Родители таким образом решили показать пример здорового образа жизни. Среди болельщиков был и чемпион мира по бодибилдингу Александр Вишневский. Он не скрывал восхищения силачами. Мне это тоже интересно за этим наблюдать, потому что ребята творят неимоверно. Для меня они как инопланетяне. Все выложились на соревнованиях по полной, но победитель всегда один. Им заслуженно стал многократный победитель Удмуртии глазовчанин Александр Чижов. Хотя получить звание самого сильного человека Приволжья было для него, как и для всех атлетов, не столь принципиально. Главное – здоровый и активный образ жизни. К другим новостям. 1/16 финала Кубка России по футболу между командами «Зенит Ижевск» и «ФК Краснодар» пройдет в Ижевске уже на следующей неделе. 24 сентября все поклонники игры номер один смогут прийти на центральный республиканский стадион «Зенит» и воочию увидеть игру команды из премьер-лиги. Начало встречи в 16:00. Таково требование РФС. В республиканском мини-футболе тоже есть приятные новости. Два игрока «Прогресса» вызваны на сборы молодежной команды России. Это вратарь Дмитрий Путилов и полевой игрок Александр Райхель. На тренировочной базе в Московской области занятия продлятся до 19 сентября. А уже в начале октября молодежка соберется вновь для выезда на товарищеские матчи со сверстниками из Ирана. На днях в Сочи прошли контрольные прокаты программ фигуристов сборной России. Свои будущие выступления, короткую и произвольную программы представила на суд зрителей и глазовская фигуристка Елизавета Туктамышева. Посмотрим и мы ее прокаты.
Это фрагмент новой короткой программы Елизаветы Туктамышевой. Музыкальное произведение Кармина Бурана Карла Орфа. Раньше под эту мелодию ставили номера в основном мужчины. Серьезная композиция для молодой девушки. Тем не менее, поклонникам фигурного катания она пришлась по душе. Вот отзывы о прокате в соцсетях. Лиза, короткая просто вау. Музыка, конечно, очень сильная. На надрыве, как я люблю. Крутяк. Программа «Что надо». Я рада, что ты в этом сезоне будешь такая. Эмоционально справишься. Это 100%. Ну и мечтаю, чтобы костюм был не черный. Ну или хотя бы не полностью черный. Для произвольной программы выбрали оперу Эдварда Грига «Пергюнд». Оба произведения глубокие и философские. Как говорит в интервью журналистам наставник Туктамышева Алексей Мишин, в этом сезоне мы увидим совершенно другую Елизавету. Поклонники к перевоплощению готовы. Лиза, обе программы нового сезона просто шик. Короткая так вообще, уже сейчас шедевр. Думаю, в соревновательном варианте и произвольная будет не менее шедеврально. Видно, что и с настроем, и с формой все ок. Здоровья тебе и удачи! Полноценный дебют в новом сезоне ожидает чемпионку мира и Европы Елизавету Туктамышеву уже в эти дни на этапе Кубка России в Самаре. Он проходит с 17 по 21 сентября. Потом будут турниры в Японии и Ницце. И в завершении выпуска анонс выходных дней. В субботу на комплексе Кулаковой пройдет республиканский старт гонщиков-лыжников по ОФП. Начало в 10. 19 сентября в 15:00 на стадионе «Купол» состоится матч первенства ПФЛ среди команд зоны Урал-Поволжья. Ижевский «Зенит» сразится с «Ладой Тольятти». В воскресенье в 12 дня на стадионе «Динамо» разыграют награды участники фестиваля регби. В это же время в Березовой роще велокроссмены поборются за звание лучшего гонщика города. Это все новости, о которых мы успеваем вам сегодня рассказать. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.